Итак, ребятки, всем привет, с вами Мистер Хаус, и сегодня у нас, как видите, Lords Mobile. Вот так вот. Здесь у нас, короче, ничего нового не происходит. Никаких войн, никаких стычек что-то последнее время. Вообще ничего. Ну, радует только то, что охота идет сейчас на призрачного змея. Вот. Но, к сожалению, из него пока что этих супер классных сундуков я не выбил. Ни в 80-м королевстве, ни в 79-м. К сожалению. Вот. Опять оповещение не отключил. Ладно. В общем, как видите, я еще не оклемался от прошлой стычки. Даже старую силу еще не восстановил. Было 5 миллионов 260, по-моему, тысяч. Сейчас, короче, только 4 800. У меня тут самоцветики 480 штук. Последнее время на арене бота перестал встречать. С момента... О, вот он. Ничего себе. Ура. Это у меня, блин, сейчас в 11 часов откатится новый день. А у меня еще 4 попытки. Плюс место как бы, ну, не очень хорошее. Блин, неохота было бы, чтобы за 3000, ну, ниже скинули. Поэтому надо чуть повыше. Чуть повыше. Ну, 14 мест. Ну, ладно, все как бы, блин, не фейл. По мне уж лучше не 14 мест в плюс, чем вообще никак, а тупо слить попытку. Сижу вот по чесноку в игре очень мало, потому что ресурсов нету, блин. Вообще жопа. Вот. Так копится понемногу. Вот. Потому что после атаки войско воскрешал по возможности. Вот. Ну, короче, пришлось в сундук свой залезть. Остатки ресов дохавать, короче. Вот. И чё по поводу Колизея? Блин, этот бот что-то очень редко стал попадаться. Блин. Сейчас пару сек. Вот. Бот попадается что-то очень редко в последнее время. Вот так чуть ли не по полчаса. Ну, короче, захожу просто змея пофармить по возможности. Вот. И в Колизею так минутчик 10, короче, поклацаю. Никого не вижу из подходящих и нужных. Ну как? Я только бота атакую, короче. Вот. Ну, потому что, ну, не вижу смысла попытки сливать тут. Силы может быть на 2000 меньше в пачке, а толку никакого, блин, там герои либо на, либо по уровню выше, либо они все синие уже. Вот, вот так вот. Так что вот такая вот печалька с этим Колизеем. Конечно, блин, в 79-м королевстве, мне кажется, я в Колизее на тысяченочку, кого на тысяченочку, тысячи на две, мне кажется, я выше поднялся бы. Потому что здесь я доходил до 1000, блин, 1870, по-моему, блин, рекордное мое место. Да, 1870, вот. И, то есть, все на боте проходил, абсолютно все. А там, так как игроки послабже, замки послабже, в принципе, шансов больше. Вот. Ну ладно, короче, не буду я больше клацать. По крайней мере, на видео. Бот уже однажды выскочил. О. Лидер гильдии предупреждает всех. Да. Ну что, давайте оповещу гильдию о выходе нового видео. Скорее всего, мы просто через рассылку сделаем.
Так. Угу. 8:47. Так. Ну вот, всех оповестили. Сообщение. Тэ-тэ-тэ, непонятно. Так, ну что, давайте выползем из замка. Я не пойму, у нас тут второй змей где-то в королевстве. Но что-то координаты так и не засветились егошние. Странно. Очень странно. Блин, этот Т9 еще. ЛМ, ну это Lords Mobile, я его просто так коротко обозвал. Вот. Кто-то еще пишет. Телеанонс. Ну да. Людям, если не скажешь, они же сами не узнают, что у меня там 18 подписчиков, и то сейчас, именно в данный момент, основная масса по битве замков. Я ж как бы не только по Lords Mobile видео пилю. Давайте сходим к ребятам 79-е по старой доброй традиции, как уж получилось, вот в каждом видео прихожу к ним. Вот. Давай, что ты так долго думаешь? Бедный телефон, он от видеосъемок просто охреневает. О! А, хотел сказать, наших жгут, а это ферма чья-то. Да. Блин, короче, ребята, тема такая. Если вы начали играть совсем недавно, постарайтесь не тратить, пожалуйста, вот данную игровую валюту. Это очень дорогая валюта. Даже донатные самоцветы не столь важны в этой игре, как это долбанное серебро. Потому что за это долбанное серебро покупается свиток миграции. Стоит он 810 тысяч. Блин, чтобы вы понимали, за день примерно поднимается около, ну, 50, может быть, тысяч. Объясню почему. Это серебро дается за помощь сагильдийцам. Ну и не только там. Из сундуков выпадает. Сейчас. Блин, никто помощи не просит. А, можно вот так посмотреть точно. Вот. 40 тысяч в день можно всего лишь получить за помощь. То есть, все, это ограничение. Больше за помощь ты не получишь. И также, естественно, в подарках гильдии. Когда мы добиваем монстрика, там еще кого-нибудь, иногда выпадает серебришко. Но чаще всего оно выпадает, когда кто-то из игроков задонатил, и приходит сундучок для всех. Кстати, вот эта функция, блин, очень мне понравилась. Как бы, ну как понравилась? Очень прикольно то, что вот сделали, да, такую вещь, как если ты донатишь, да, то за твой донат вся гильдия, абсолютно вся, получает, ну, там, какой-нибудь небольшой подарочек. То есть, там, пускай это будет 3000 серебра, 5000 серебра, или, возможно, телепорт какой-то там. Мне самое клевое из всего, что выпадало, сейчас я покажу. Кто-то из ребят у нас задонатил, и выпало мне расширение инвентаря. Вот, видите, 4 слота у меня свободных.
И стоит это 1000 самоцветов. Как-никак, ну, неплохая экономия, потому что самоцветы у меня тоже слишком быстро улетают. Сразу покупаются телепорты какие-нибудь, еще что-нибудь. Или если я в момент, когда с кем-то воюю. Ну, если, короче, я с кем-то воюю, и у меня есть самоцветы, то по окончанию боя их нету. И слава богу, что они хотя бы в минус уходить не могут. Вот, вот так вот. Ну что, в общем, ребят, давайте я вам покажу еще один свой аккаунт, с которого я, кстати, по-моему, уже снимал видео, если не ошибаюсь. Да, снимал как раз я охоту последнюю с этого аккаунта, потому что видео было как раз из 79-го королевства. Вот он. Этот мой еще один аккаунт. Слабый, да, четвертый замок, но как бы в битве замков все мои аккаунты создавались именно так же, они тоже все поначалу были слабые. Со временем будет качаться что потихонечку. Где-то здесь на карте еще один мой аккаунт валяется в 79-м королевстве. Меня тут, блин, лидер пинал, 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 пинал. После охоты, короче. Вот. Ну ладно. Ну что еще сказать? Блин, не тратьте ткань, ребят, на что попало. Потому что, блин, это такой ценный ресурс. Просто ужас. Я замучился его пытаться выбить где-то еще что-то. Объясню, что за ресурс. Так, не здесь он. Это у нас что? Блин, я не помню, что я сейчас открывал-то. Вот. По-моему, ткань. Да, ткань. Эту, блин, долбанную ткань толком фиг достанешь. Во. Ничего себе. Две синеньких. Круто. Это, блин, очень редкий ресурс. Ее, правда, очень тяжело выцепить. Как видите, мне нужна фиолетовая. Чтобы собрать фиолетовую, нужно сначала получить 4 синих. Чтобы получить 4 синих, надо 4 зеленых. А чтобы 4 зеленых, точнее, нет, чтобы получить одну фиолетовую, надо 4 синих и также дальше. То есть, ну, понятно, я думаю, чтобы получить одну синюю, надо 4 зеленых. Вот это, конечно, вообще просто. Все тяжелее и тяжелее. И вот, кстати, коготь грифона. Я, конечно, выбрал именно коготь. Там еще что-то есть. Но он как-то мне больше понравился. Тут потому что и грузоподъемность армии, вот, и скорость строительства. А как видите, у меня седло стоит, по-моему, да, седло стоит для грузоподъемности. Вот, вот так вот. 10%, конечно, все больше прибавляет. Это, конечно, не 30, не 40, не 50, но ощутимо сейчас, чтобы вы понимали. Ай, блин, на армию забыл вытащить. В общем, какое-то такое вот видео с болтовней получается. Ну, потому что я не знаю, что по этой игре еще снимать, кроме как бои какие-нибудь, разборки и сожжение каких-нибудь гильдий. Ну, согласитесь, это потому что, по сути, в этой игре и есть самое интересное. У нас сейчас все тихо и спокойно. Вот, смотрите. Атака. Вот, со всеми ништяками я 54 тысячами могу 847к забрать ресурсов. Ну, тут нет ничего. А хотя я давно на него не нападал. Давайте. Хоть что-то на видео будет с огоньком. Я, конечно, могу там в спецэффектах добавить огонь на экран. Если огня мало. Но, блин, это не то. Нам нужна именно анимация горящего замка. Так. И, ребят, повторюсь еще раз, если вы не собираетесь в дальнейшем донатить денег в игру, то даже не начинайте. Ну а если как бы все-таки решили задонатить, то покупайте уж хорошие пакеты. Хорошие пакеты это, блин, допустим, сейчас, я не знаю, есть он, нет. Пакет со свитком миграции там, то есть, ну, много чего путного можно увидеть, но без героев. Не покупайте вы реально героев, если вы не собираетесь в дальнейшем донатить.
В этом нет смысла, потому что его нужно на золото как-то переводить. А, блин, чтобы его перевести, вам еще нужны будут медальки. А эти медальки, естественно, опять же за донаты. Каждый раз донат все дороже и дороже. Вот. Вот этот наборчик мне, как бы, вот именно мне вот этот набор понравился. То есть я бы приобрел, но не буду. Вот. Здесь как бы 20 сундуков мрачного жнеца, 20 сундуков троянского коня, 20 сундуков саблезуба и 20 сундуков Рина. Вот приобрел бы всего лишь из-за 20 сундуков Рина, серьезно. Потому что, блин, последний раз, когда он был на нашей карте, из него ничего не выпало. Выпало 2 осколка рога, по-моему, и все. Вот, как видите, у меня тут донатик по 650 уже. Редкий бонус снабжения. Прикольно. В нем что-то путное. По-любому. Вот про такие вот акции я говорю. Не стоит покупать этих львиц морей. Там, если серьезно, вы не собираетесь вкачивать свой аккаунт, там, я не знаю, до офигевшего состояния, там, да, если вы не собираетесь переводить этих донатных героев на золото, то делать, чтобы этот донатный герой вот так тупо валялся на складе, вот как у меня вот этот здоровяк, ну не надо. Тем более он первого ранга, ну не первого ранга, вру, он, ну, короче, нифига он не редкий у меня еще даже никакой, а просто серый. Вот. Так что вот так, ребятки. Ну и что еще по поводу этой игры сказать? Ну не знаю, мне нравится. Мне нравится еще то, что разрабы, ну по крайней мере ребятки, которые работают с русским серваком, дают нам неплохие компенсации за всякие техработы. Конечно, за это им огромное спасибо. Вот. Что, мы украли? Нет ресурсов. Да, 23 тысячи золота. Круто! Это всего лишь 23 тысячи. Кошмар. Верните, пожалуйста, 2 недели назад, а? Когда у меня было 116, блин, тысяч Т2. Я просто такие вещи вытворял. Не 2 недели назад, наверное, чуть побольше. Ну, неважно. Блин, дурак, продал такую армию классную. Ну как продал? Короче, кстати, ребят. Я начал играть, я играл около месяца, где-то, может быть, больше, и я не знал о том, блин, а чё так, я всех отправил, короче, войско можно уволить, вот на клавише, видите, уволить, вот так вот, то есть, если у вас там есть Т1, которые тупо занимают место, да, грубо говоря, в убежище, потому что оно у нас ограничено, и возрастает только замком. То есть вот сколько у нас тут. Максимальный размер армии 90 тысяч, да? А в убежище могу спрятать, наверное, тоже. Да, 90 тысяч. Вот, если у вас есть Т1 и Т2, которые, по сути, нафиг не нужны, и вы замотались каждый раз там клацать и выбирать только Т3, да, чтобы спрятать. Ну, или там Т4, если как, ну, всякое бывает, я не знаю. Увольте нафиг эти Т1. Как бы, да, в силе потеряете, но, блин, у вас освободятся места для более сильной армии. Как бы это, ну, это серьезно по сути и по факту так и есть. Но потеря силы, конечно, да. Но сами понимаете, с более сильной армией восстановить силу, ну, намного проще будет. Так, ну, пару слов по поводу талантов. У меня таланты вкачаны в хаотичном порядке, но всю правую сторону нужно вкачивать именно так, как вкачано у меня. То есть, по крайней мере, по начальной стадии. Вот. То есть, почему все это надо делать? У меня... Так, я вот докачал, получается, исследование 20 из 20, и все. Вот. Ну, то есть, сбор я как бы начал подкачивать. Ну вот, потому что скорость сбора увеличивает. Но все-таки перешел я на атаку. Вот, сейчас качаю атаку стрелков, по-моему, если не ошибаюсь. Да, вот только начал. Уровень, как видите, у меня 51. Блин, кошмар. Вроде только-только я, блин, нажимая на замки и видя 51 уровень у кого-то, офигевал прям. Я вообще, да как?
Да это вообще нереально, блин, реально оказывается.